Давно у меня появились претензии к вентиляторам, намекая на то, что, возможно, это некий сговор производителей, чтобы продукция подобная жила недолговечно и чтобы потребитель как можно больше потреблял. Вот простой пример. Абсолютно новый блок питания. Но жизнь его сокращена до максимум 2 лет. Только за счет дешевого вентилятора. Или из-за него.